Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы приветствуем всех, и вас в том числе. Добрый вечер. Приветствуем в нашем замечательном клубе «Цвет ночи». И о чакрах мы тоже сегодня поговорим, я надеюсь, и откроем их друг другу. Меня зовут Геннадий Лернер, я арт-директор данного заведения. Мне очень приятно, что сегодня здесь собрались такие интеллектуальные, возвышенные духовные люди. И я уверен, что от просмотра сегодняшнего кинопродукта вы получите настоящее удовольствие. Тем более, что представят его создатели. Несколько слов я о них скажу. Обычно я говорю дольше, но сегодня, поскольку они сами присутствуют, мне проще в этом вопросе. Итак, у нас в гостях режиссер фильма «Сделка» Андрей Силкин. Давайте мы ему поаплодируем. Два слова. Выпускник, сейчас вот могу немножко ошибиться, но Андрей меня поправит. Сначала Пермского института искусства и, как он точно называется, искусства и культуры. А в 2000 году в ГИК. Это уже режиссерская, да, специальность. Ну, после чего Андрей получил несколько призов на кинофестивалях за фильм «Заза», который вы наверняка уже видели. «Маргоша» был такой в его репертуаре фильм. Ну и, естественно, поскольку профессия режиссера настолько многогранна и настолько сложна, что ей можно учиться всю жизнь, Андрей хорошо поучился, у него были хорошие учителя, такие как Тодоровский Валерий и Говорухин. Я имею в виду фильм «Благословите женщину». Правильно, да? Я учил, я старался, я перешерстил интернет. Ну и у нас в гостях господин Зверев, продюсер фильма Василий. Открыл для себя с большим удовольствием, что Василий длительное достаточно время работал на Одесской киностудии. 9 лет. Как это случилось? На историю умалчивает. Ну, вот. Ну, об этом мы поговорим в кулуарах. Просто я тоже имею некое отношение к Одесской киностудии, ну и так далее. Потом поговорим. Вот. Ну и у нас артисты в гостях. Я думал, что они выйдут на сцену, мы их представим тоже. Вот. Но это произойдет все-таки после просмотра фильма. Хочется сохранить интригу. Андрей, все-таки два слова. Я вас очень прошу, два слова, буквально каких-то вот такой некий месседж. О чем кино? Да. Добрый вечер, господа. Мне приятно представлять картину. Просто у нас недавно состоялась премьера в Доме кино, буквально там 3 дня назад, да? В Доме кино мы показывали премьеру для киношников и для своих близких, знакомых, да, где был полный зал там в 1000 мест. Поэтому давайте мы сейчас скорее посмотрим кино, а потом его обсудим, поговорим и представим наших актеров, которые тоже здесь. Вот, главное, это Александр Солдаткин и Даша Хорошилова, да, и которых вы увидите сейчас в фильме. Приятного вам просмотра. Спасибо, Андрей. Я надеюсь, что по поводу полного зала это не является камнем в наш огород, потому что те 10-50 человек, которые у нас присутствуют, иногда достойны целых тысячников. Я знаю точно некоторых людей, которые здесь присутствуют, и я понимаю, что это очень серьезные люди. От их мнения зависит вообще дальнейшее продвижение фильма в Российской Федерации, как минимум. Ну что ж, мы начинаем. В добрый час. Гасите свет. Да, еще, может быть, одно слово. Чуть-чуть, можно свет на секунду? Одно слово забыл сказать. В этом фильме используются музыкальные произведения, и их исполняет заслуженный артист России Георгий Мушеев. Вот это вообще для меня очень вообще приятный личный момент, потому что с Георгием Романовичем Мушеевым я уже почти 3 года работаю в Государственном музыкальном театре на одной сцене. Великолепный партнер, великолепный музыкант и певец. Давайте послушаем, тоже вот за кадром будет звучать его голос. Ну, может, он еще и подъедет. Может быть, если будет хорошо себя чувствовать. Ну что ж, все, начинаем.